13 января стартовал сервер Mists of Pandaria на проекте UWoW. Вас ждет постепенное открытие контента, кросс-фракция, рейды на опыт X5, переработка и скриптовка рейдов, сюжетный сценарий и бонусы для активных игроков. Все это реализовано на ядре Легиона. Переходите по ссылке в описании и врывайтесь в удивительный мир Пандарии. Фао прав. План неплохой, но у нас слишком мало бойцов для его осуществления. Я приму твой совет к сведению. Я уважаю твое мнение. Все верно, нас не так уж и много. Но не забывай, что есть я. Я невероятно полезен и никому не уступлю мое наследие. Черные когти! Настал момент, которого мы так долго ждали. На обсидиановую цитадель! Джародины падут перед нами. Цитадель будет наш. Какая уверенность. Но математика не врет. Я опасаюсь худшего. Кто? Сабелиан, наследник Нилтариона. А ты? Гневион, наследник Нилтариона. И я впервые о тебе слышу. Я тебе тоже. Поговорим потом. Мы обратили их в бегство! Это наш шанс нанести решающий удар! Не знаю, откуда тебя принесло, дружище, но могу только похвалить за своевременное прибытие. Запределье. Ты собирался победить целую армию в одиночку, братик? Смелый шаг. Ты меня недооцениваешь? Может, это из-за твоего долгого отсутствия? Похоже, ты сам не осознаешь, сколько в тебе упрямства от отца. Чтобы вернуть силу моему роду, надо активировать камень клятвы. Что-то здесь не так. Не может быть! Камень расколот? Отец нарушил клятву, и тогда... Камень раскололся. Надо его восстановить! Кузня Хранителя Земли недалеко. У тебя получится. Джародины разграбили цитадель. Возможно, осколки забрали они. Я помогу с поисками. Постой-ка. Я тоже хочу пойти с тобой. Я знаю эту цитадель и очень пригожусь вам. Хранилища под цитаделью растянулись на многие километры. Там спрятали немало мощного оружия и ценных артефактов. А сейчас джародины прочесывают хранилища в поисках новых источников силы. Что это? Эти хранилища долгое время оставались без присмотра и пришли в запустение. Будь я джародином, я бы не спешила открывать эту дверь. Эти элементали, сами недра цитадели ожили и пытаются нас остановить. Кузня совсем недалеко. Надо действовать быстро. Тут вскоре может стать небезопасно. Приступим! Сперва надо привести кузню в действие. Затем бросить в кузню вечно тлеющий уголь. Осторожней. Я обнаружила, что магия джародинов изменила часть углей. Скоро все будет готово. Мне...
Вы все отлично справились. А теперь давайте зажжем горн. Как символично, что пламя определит мою судьбу. Со мной придется считаться. Идем, закончим починку. Сабелиан, что он делает? Я должен взойти на трон! А, юный Гневион, огромное спасибо. Благодаря тебе я наконец-то могу занять свое место на обсидиановом троне. Да, боюсь, ты ошибся. Трон и это наследие принадлежат мне по праву рождения. Нет, это ты ошибаешься. Сам Нилтарион назначил меня заботиться о черных драконах. Поэтому слушай внимательно. Когда придет время, аспектом черных драконов стану я. Неужели? Что ж, пускай победит достойный. Я много раз спасал Азерот от гибели и посвятил этому всего себя. А этот глупец заявился сюда и хочет присвоить звание аспекта? Нет уж, не выйдет. Поговори с моими товарищами, герой. Пускай расскажут, что думают обо мне и о том, что я сделал для этого мира. Что такое? Гневион умеет принимать непростые решения во имя всеобщего блага. Это может не каждый. Да, он освободил Гороша, но война была нужна. Когда пришел Легион, мы были готовы. Острова приветствуют тебя. Несмотря на сомнительные средства, Гневион всегда добивается результатов. Он всеми силами защищает жителей Азерота от серьезных угроз. Я всегда начеку. Он делает то, что должен. Нечесть помогла одолеть Ша или избавить мир от безумных драконов. А Гневион... Меня не было слишком долго. Я наследник Нилтариона и лидер единственной сохранившейся стаи черных драконов. Не ожидал, что мне придется соперничать за то, что принадлежит мне по праву. И уж точно не с заносчивым дракончиком, пробывшим на этой земле не дольше твоего, смертный. Но если тебя не убедили эти очевидные факты, поговори с моими драконами. Тебе не обязательно верить лишь моему слову. Да озарит тебя милость аспекта. Сабелиан преуспел там, где не справился даже аспект. Несмотря на безумие Смертокрыла и натиск Гронов, он и его сородичи выжили и помогли нам многого добиться. Добро пожаловать! Хороший лидер, как добротный меч. Он должен быть крепок, гармоничен и с самой чистой пробой. Гневион хорош, но подобен незакаленному клинку. Сабелиан другое дело. Как раз такой лидер нам нужен. Давай поговорим. Сабелиан сплотил нас в Запределье. Он спас нас не только от смерти, но и от порчи. Все прочие, наши сородичи, смертные честолюбивцы и даже этот так называемый принц попросту убивали пострадавших. Герой, мы помогаем друг другу уже многие годы. Нам уже удавалось достичь, казалось бы, невозможного в борьбе за этот мир и его будущее. Раз за разом мы сталкивались с могучими врагами и одерживали победу. Ты для меня бесценный союзник и дорогой друг. Теперь твоя помощь нужна мне как никогда, а за это я обещаю разделить с тобой награду. Я прослежу за этими яйцами до самого конца. Ты не будешь говорить с Алекстразой с глазу на глаз.
Тебе можно доверять? Держись ближе. Нельзя, чтобы с повозкой или грузом что-нибудь случилось. Почему мы вообще едем в этой нелепой повозке? Это мучительно медленно. Враги ищут нас, а мы не можем сражаться с ними, пока перевозим яйца. Лучше притвориться смертными, тогда нас не заметят. Если тебе слишком скучно спасать свой народ, можешь идти. Хоть в тишине побуду. Скорее сюда! Говоришь, не заметят? Тихо, детеныш. Пока я здесь, потомству не причинят вреда. Я бы мог помочь нашему дорогому другу защищать повозку. Глупо сидеть и смотреть, как за нас делают всю грязную работу. Чтобы враг понял, кто мы на самом деле? Исключено. Под щитом лошади не сдвинуться с места! Это уже смешно. Сколько еще врагов мы случайно встретим, прежде чем ты поймешь, что задумка не удалась? Встанем на крыло и покончим с этим. Довольно ерзать. Если нас и раскроют, то только из-за твоей нетерпеливости. Ну, наконец-то. Я уж забеспокоился, что яйца проклюнутся быстрее, чем мы доберемся. Ох, титаны, дайте мне сил. Конец вашему роду, ничтожество. Итак, ты собираешься вести наш народ? Может, теперь другие увидят, чего ты... Whelps these days. Meet me at the life pools proper, champion. This is far from over. Что это значит, Сабелиан? Где яйца с дракончиками? Да, потрудись объяснить, как твой вздорный замысел загубил будущее целого драконьего семейства. Прости, если произошло недопонимание, хранительница жизни. Но страхи о нашем вымирании ничем не обоснованы. Яйца всегда были в безопасности. Повозка и мое присутствие отвлекали наших врагов, чтобы позволить выводку незаметно перемещаться. Я тысячелетиями стремлюсь вернуть величие нашему роду. Мои драконы и я присягаем тебе. Что ты такое? Мы с радостью примем здесь будущих дракончиков, Сабелиан. Но тебе оказывать почести не обязаны. Я прослежу, чтобы о яйцах позаботились. Но в ваши перепалки вмешиваться не стану. Это дело черных драконов, а не красных. Наконец, мы снова обрели новое поколение этого рода. Малыши будут расти вместе с другими драконами. Прошли времена, когда омуты жизни пустовали. И теперь они хранят наше будущее. Воистину, мой род выполнил свое предназначение. Я позабочусь, чтобы яйца были окружены защитой, чтобы из них вылупились сильные и мудрые драконы. Что тебе нужно? Из боли мы черпаем силу. Мы восстановили уже 2 камня клятвы. Нужно пробудить еще 3, если мы хотим вернуть себе силы аспектов и остановить Рашагет.
Ну что же, яйца черных драконов спасены, и этот род будет продолжать свое существование. Хотя до недавнего времени это казалось невозможным. Если бы не Сабелиан, то камень клятвы красных драконов было бы не восстановить. Так или иначе, два камня клятвы уже восстановлены. Время двигаться дальше. Подписывайтесь на канал и ставьте колокольчик, чтобы не пропустить продолжение. Купить Dragonflight и подписку вы можете в моем телеграм-боте. Новое видео уже на подходе.